Play Game. Счастливого Нового года. Спасибо. Так, по настройкам, ну по звуку посмотрим, как оно будет. Пока что новая игра. Twitch такой Twitch, да, это правда. Выберите свой элемент. Выбирается вот здесь вот, да? Меркурий, Юпитер, Марс или Венера. Так, лед, молния, лава или земля. Ну ладно, давайте первую, что нам предлагали, Венеру, так пусть будет Венера, чё бы нет. Дека. Вот, можно деку, вот дека, это значит, мы будем вот с такими покемонами. Карточные покемоны, прекрасно. У нас будет какая-то стрёмная курица, зато прикольный дух какой-то будет. Макай. Куда макать, его, правда, не уточняется, но он есть. А лавовые или ледяные? Дека. Вот, ледяная. Ой, лавовая, вернее, дека. Своеобразные огоньки, какие-то собаки горящие, малые горящие собаки, потом вырастают, видимо, эволюционируют в больших горящих собак. А здесь вот тот дух превращается в змею, так, костяную. В целом выглядит неплохо. Так, кто у нас еще есть? Ледяную деку давайте посмотрим. Я такое видела. Похож на Тейлса чем-то из Соника. Это ребенок с Тейлса и Соника. Так, есть собака. Опять, у Земли, по-моему, была такая же собака. Так, это улучшенный Тейлс. Соника Тейлс. Кстати, у него дополнительная нога, к слову. Раз нога, два нога, три нога. Почему? Или это хвост? Это четыре хвоста? Или четыре ноги? Все, потому что тут явно видно, что это каблук. Может, он это вот так кругляшочком переходит. Ну, явно Тейлс. Так, Сквиртл своеобразный. И местный Бластойз, хотя пушек у него нету. Так, кто еще? Где? Я понимаю, я по стрелкам не понимаю. О, Кьюбон. Кьюбон плюс Хо-Хо из Honkai Star Rail. Угу. Дальше, улучшенный, что-то вроде уже Вапориона идет. Следующее, какая-то фиговина просто дурацкая, головоногая. Которая становится... А это, видимо, Тентакул, а это Тентакруэль. Я думаю, что как-то так работает. Опять-таки собака, вот такая же... Давайте молнию выберем, они прикольные, мне нравятся. Все, просто потому что они чисто визуально мне нравятся. Юпитер, стартовая колода, и здесь какой-то у нас Змей Горыныч. Хотя не Змей Горыныч, а скорее из Варкрафта... Это Гидра... Как она называлась правильно? Химера, вот. А планета Ксемдия разделена на несколько зон. И нам, собственно, по этим зонам нужно попрыгать и понасражаться, видимо, что-то понавыполнять. Так, нам нужно начинать с первой. Вот она, первая. А здесь птица, это самолет, это просто чучело собаки, натянутое на крылья. Ну, там написано один было, да. Может, он стильный собак. А, то есть он номер один из всех. Покемон мастеров? Возможно. Так, в общем, есть возможность выполнять три разных действия. Хорошо. Вот, мы можем три разных действия. Можем поговорить, можем подраться, можем свалить. Давайте побеседуем с ним. Поговорим. А, привет, как твои дела? Если когда-нибудь почувствуешь себя заржавело, то я всегда готов подраться. Ну, расти заржавело, то есть... Не в форме. В общем, у тебя все получится. Я потерял какого-то Фенрера. И надеюсь его найти, чтобы у меня все было хорошо. Так, ладно, наша задача, видимо, с ним подраться. Ну, давайте подеремся. Молния на некромата похожа. Да, согласен. Особенно у тебя собаки. Какие тут вырезки из манги. Я не знаю, есть ли такое аниме или манга, или что-нибудь именно. Stardust. Возможно, это карточные бои авангарда. Опять-таки, мое предположение. Так, что это такое? Это вольтаж. 1000 Юпитер урона по против... Здесь у нас что? Какая-то зона. Защитная зона, может быть? Ну, предотвращает какую-то генерацию, но не особо понятно. Так, ладно, это у нас Тентакруэль сразу. Нифига себе, но я могу пока что только Кьюбона запихнуть. Давайте Кьюбон. Кьюбон у нас С, однозвездочный. У него 1000 хп. Давайте. Кьюбон сам поставился. Прекрасно. Кьюбон вы... Дальше, видимо... Аюшуа? Нет. Это сдаться. Ну, поехали. Следующая фаза. Конец фазы. Больше мы ничего пока не можем. Готовимся. Он лавовый. У него... Он ударил моего Кьюбона на 500. Он на 500 ударил моего Кьюбона. Псина.
увеличивает урон до 1000. Так, а ты что такое делаешь? Дает 100 ЕП каких-то на каждую карту. ЕП это что? ЕП это как раз сила. Дает 100 силы каждой карте. Пока что нам это точно нет смысла. 1200 урона Юпитера по всем противникам. Мы, получается, либо мы можем поставить Тентакруэля. Что он сделает? Дополнительную карту замешает. Хорошо, и у него 400. То есть мы не убьем. Мы не убьем. Ах ты ж, зар. Ну давайте тогда жахнем. Убьем врагов. Я убил. Я убил. 600 я нанес. Собака. Кьюбон. Кьюбон, бей. Бей, Кьюбон. Кьюбон? Нет. Ой, он ударил. Наконец-таки. Я не понял, правда, это делает. По управлению не явно. В лицо можно ему как-то... Так, в черную дыру все, что попало, там оно так и осталось. Так, мы можем вызвать Тентакула, либо Тентакруэля. У Тентакруэля и ХП много, и урона много. Давайте вызываем Тентакруэля. Не могу. А что, решил? Видимо, да. Энд. Они все упали туда. Плохо. Он вызывает большую белую собаку, которая, видимо, ударит нас. Также огонька он вызывает. Огонек, причем огонек именно бьет по нам. Кахалдит. Собака бьет по нам именно. Вот у нас МГшки наши уже, мозговая наша деятельность продала. Так, мы можем бить на 700 плюс еще что-нибудь. Ну давайте. Сколько у нас? 3 очка. Это по кому? По одному? 2 очка сожрет. Грустно. Мы можем вызвать большую белую собаку, потому что она большая, она белая собака. Также мы можем вызвать двух псов, которые жахнут вот этого товарища. Имеет смысл? Да. Давайте. Раз пес. Пес. И второй пес. Второй пес. Теперь завершаем эту... Я могу еще жахнуть? Серьезно? Как-то? С цежи. Ну и ладно, давай тогда жахнем. Я выбираю по кому? Выбираю по кому. Либо убить полностью этого, что в принципе было бы неплохо. 700 мы точно убьем вот эту собаку. Давайте жахнем с этого, чтобы полный сфок. На это поехали. Фаза завершается. Фаза битвы. Собака бьет собаку. Есть. Собака другая бьет ту собаку. Есть. Вообще не пробиваю. Стоп. Почему? Почему я наношу ему так мало урона? Может из-за того, что молния слаба. Ну 100. Всего лишь. Очень мало бью. Прям вообще, считай, не пробил. А он мне наносил полноценный урон. Так, он вызвал Чипалаху, дешевенько. Чипалаха модернизировалась. Он заставил Чипалаху эволюционировать в какую-то бешеную бомборакету. Так, ну он так 300. Теперь наносит огнем и наносит 1000. Он наносит 1000000 урона. Я, по всей видимости, чего-то не понимаю в этой игре, как работают либо типы урона, либо не знаю что. У меня есть тоже улучшенная мега-собака. Я могу взять мега-пса. Давайте, мегапес. Сюда, да. Или вы хотите, чтобы я модернизировал? А, то есть я могу только эволюционировать? Да, то есть это эволюция. Я не могу так просто. Это именно эволюция. Эволюцию мне должно быть на поле. К чудищу уже. Так, я могу под один и я могу под два, чтобы увеличить урон всех на дофига. Либо жахнуть Юпитером 1200 урона по всем врагам. И это будет неплохо. Возможно, имеет смысл двойка. Но я вот Тентакула все равно вызову. Давайте Юпитером жах. Бей. 200 и 1200. Вот поэтому очень мало урон наносим. Поэтому за тут прошло. Хорошо, фаза закончилась. Фаза бит. Эти уже не используются. 1300. Давай, пробуем. Я реально 1300? 1300. Значит, если я 500-ку еще пробью, то я пробью на 500. Совершенно верно. Я убил этого кота стрёмного. Так, и Тентакул бьет по собаке. Тентакул бьет по собаке и наносит 0 урон. Что? Почему? Почему? У нее 400 защиты, что ли? Я не понимаю. Я серьезно не понимаю. Просто я не знаю. Привет, привет, добро пожаловать. Это... Теперь выйди отсюда. Не знаю. Ну вот. Вот, можно... Так, погодите. Выберите эффект знака зодиака, который вы читаете. Но не реализовано. Написано не реализовано. Я не знаю. Астра Нексус. 400 брони. Про 400 защиты от молнии у него точно есть, потому что... Ну, блин. А, вот элементы. Так, проверяем. Проверяем. А, это он? Ай, больно. Тентакуль убьют. Хорошо. Именно 1300 по нему. Нет, Кьюбон. 1000 он нанес урон. Да как 1000-то? За что? 200. Как 200? Откуда? Что произошло вообще? Я не понимаю. Death. А,
Я понял. Я не знаю, что это такое, но, видимо, это что-то. Так, по элементам. Молния по огню бьет 0, правильно? А огонь по молнии бьет 0. То есть мы равные против. У него вот белые карты. А у него белая карта. Причем две белые карты. Да, у них белые карты. И вот они просто свет, и здесь минус 400, что мы уже опыт... Нужно тьмой, тогда будет добавочный 400. А у меня нет тьмы и не будет. Я могу только кула. Так, я могу жахнуть по ним по всем. У меня урон сколько? 1300. Я могу вот этого убить, и я его убью. Я его именно убью. Тут 1700, конечно. Я могу жахнуть настолько, насколько могу. На максимум. Что это, да? Увеличивает ХП на 1000. Имеет смысл. ХП на 1000. 1500 будет. 1700 меня убьет. Я, конечно, могу усилить. Да, увеличили. Могу увеличить урон на 1000. Имеет ли смысл? Вот уже хорошего. 1400. Ну, он тогда касается. Либо вот этого все-таки и добить собаку. Я вот этого пробью. Я сейчас использую вот это без варианта, потому что мне нужно снести. 600, почему 600? Серьезно, почему 600? Размазался. Тогда мне вот эта штучкой, здесь я убью. Я ее именно убью. Тут без вариантов. Вот это вот убивает вот это. Дальше, вот этот товарищ у нас имеет урон в 1300. 1300 минус 400, по идее, правильно? И я убиваю вот эту собаку. Ее нужно в первую очередь, потому что у нее 1700 урона. Фаза. Вот этот бьет вот этого. Бам. Есть кон. Теперь супер собака по мега собаке. 900. Все правильно. Все. Мега собака мертва. Разыграть больше мы ничего не можем, поэтому мы просто халдимся. Здесь сотый он нанесет... А нет, у него добавочный 4. Плюс 1200, кстати, там было, и он пошел. Ой, что делает? Душка какая-то. 1100, совершенно верно. Жесть, вот эти белые собаки задушили. Задушили белые собаки. Я тоже могу белую собаку. Я ее призывал, но он мне ее быстро как-то уничтожил. А свет против света. Сколько? Минус 400. Собака стоит 1. Собаку я, конечно, вызову. Вот этого имеет. Плюс 400. Значит, я вот этого убиваю, правильно? У него 1000 хп. Да, моя собака убивает вот это. Я могу молнией жахнуть 1000 юпитерного урона. 1000 минус 400. Это 600. То есть я убью собаку. Это соло таргет. Оно не размазывается. Это соло таргет. Но он не туда пошел. Отстава. Так, и можно Тентакруэля сделать. Ну, давай Тентакруэлем. Ку превращается в Дигимонов, кстати, не смотрел. Не знаю. Кьюбон? Кьюбон был там. Вот он, кьюбончик. Ну, похож на Кьюбона. А, ты не видишь. Так, мы вот этим тогда должны бить. Но на самом деле, смотри, минус 400, этот убивает. А, собака не убьет собаку, но собака убьет огненного. А этот убьет тогда вот здесь. Хорошо, так, собака убивает огонька. И она убивает именно. А Тентакруэль точно так же, без шансово, убивает вот этот. Убил. Хорош. Молодец. Справился. Следующий. Сказал завет. Что у тебя там? Давай, рассказывай. Огонек. Видишь, огонек усилился. Да, кот. Кот. И усиление на 300, что ли? И еще 1200. 200 и 1200. Некрасиво размазка. Он бьет по собаке, хорошо. Тоже бьет по собаке, и собака вообще 0 получает. Идеально. Собака так-то имба-танк. Mm-hmm. Это правда. Так, вот это я не особо понял, что правда я не понял. Что я могу сделать? Могу 1200 жахнуть, а нужно ли мне? Мне скорее нужно кьюбонить и эволюцию. Кьюбон? Эволю кьюбон. Ой, не знаю, если честно. Все, эволюционировали кьюбон. 300 урона. Мы можем куда-то ему влип. Хорошо. Либо можем жахнуть и что пожмем. Возьмем вот эту поле. Я могу полем что-то сделать. Ну, давайте вот здесь. Что сделал? Хорошо. И я могу теперь жахнуть, и я должен жахнуть. Я жахнул и ударил. Ударил, кстати, что прям убил полностью. Осталось 400 здесь. 400 здесь справится и собака, к слову. А вот эти двое ударят ему в лицо, ударят, что у него аж слезы кровавые. Пробиваем раз на 1100. Хорош. Мы пробиваем раз. Смотрите, в лицо, как у него потекли, видите? Вот они слезы лавовые. Все, 3300. Фаза завершена. Кьюбончик у нас убегает и остается. А у него что? Огонек. Что он с этим огоньком собирается делать? Он его эволюционирует до какого-то серьезного чудовища. Люка. Лава костяная. Он ее еще и забустил, вы посмотрите. Как бешено. Теперь кот. Плюс... Там вообще такое... Ноль. Нивеляция. Ударил. А вот здесь миллион урона. 3000 урона. Это плюс... 3400 хп, боже. Они все заново замешались. Ну, кто все-таки вот это делает? Что это делает? Предотвращает генерацию. Какую генерацию? Не дает эволюционировать. Или что-то. Сейчас попробуем, ребят. Попробуем перевести, потому что я
перевожу, но, видимо, недостаточно точно перевожу. Мне нужно перевести точнее этот. Все равно не понимаю. Вот хоть убейте. Пытаюсь. Я не знаю. Что-то не дает делать. Серьезно, я просто не могу нормально перевести. Что-то не дает сделать после атаки. Что не дает сделать после атаки, я не знаю. Но что-то не дает. Ладно, что мы можем сделать? Можем, ну, видимо, Кьюбона вызывать, потому что сильнее будет. Я понял, не дает восстановить. 8 из 8, я понимаю. Мы в любом случае, мы сейчас... Ну, давай, вешаем. Понимаешь, в чем дело? Оно вешается на мопчик. На мопчика вешает. Мопчика, я понял. Теперь мы бьем АОЕшкой. АОЕ. Мало. 2800. 2800. Ну, мы, кстати, если все пробьем, то мы убьем его. Некрасиво вообще. 100 урона не хватает, да. Ну, придется каждому пробивать. У меня выбора нет. Так, наносим урон раз. Наносим урон два. 305-300 написано МГ. Да, это менеджер гард, может быть. Защита покемон мастера. 20 минут мы уже. 20 минут, ребят, первый бой против первого самого простого. Я не... Да нет. Нет. Ну, нет. О, что он сделал? Что ты сделал? Это вот такая же, ее и забыл. А, ну правда, она огненная. Это нам. Если бы она была не огненная, это было. Постоянно усилить внимание. А у меня выпадают просто. Здрасте. Такая жопа. Это Круэль минус, тут без вариантов. Но нам эти 3200 надо как-то убивать. А как? 9 из 9. Так, я могу опять Кьюбона вызвать. Но это все. И это все. Выбирать, кому урон увеличить. Конечно же, этому. Выбираю же. Выбираю, отлично. Оно коряво работает. Так, 2300 у нас здесь есть урона. Здесь 3200. Немножко нам не хватит. Так, увеличиваем урон. А, славение. Всегда с нами. И дает 100 в руке. Ладно, не суть. Жахаем сначала. Убил. Отлично. И теперь я бью пробивательно. Пробивательно бью по вот этой цели. Стреляю по цели. Работает. Нормально, нормально. Мы в порядке. Он огненный. Значит, мы сейчас его сможем вальнуть. У меня есть улучшенный некропес. Некропес атакует. Если бы у меня остались Кея, то во время моего хода у меня бы увеличился... Все, я разгадал. Фенроар, огненный волколев. Атаки он не может восстановить, эти МГ. МГ не может восстановить. Ну, МГ это здоровье. Опять огненная фигня, которая, разумеется, сразу же эволюционирует. Другому, по-моему, игры не было. Теперь давай увеличиваем ему силу атаки и здоровье. Ну, конечно, я даже в этом не вался. Кошка, обратили внимание, просто одинаковая комбинация на... Я не знаю, миллион всего. Теперь он улучшает еще до супер-кошки. И какие-то 300 урона постоянно мне. То, больно вообще-то. Больно. 4000. А здесь 3200 он нанесет урона. Ну, что-то как-то фигня какая-то, ребят. Он просто взял и за один ход разогнался так, то что уничтожил мне весь стол. А я не могу этого сделать. Глупо. Нет, я могу вызвать Тентакула. Я могу превратить его в Тентакруэля. После чего я... Ты зачем это? Ты зачем это? Рушишь опять? Так, у нас будет вот такая еще плюска. Конечно же, мы вызовем, нам нужно увеличить урон. По всей видимости, вот этого. Потому что у этого урона 300. Если у нас будет, да, 2 часа грейдили. Собаку. Или вторую собаку. Давай. А мы можем и этого? Некрокодея, может быть, делаем лучше пес. А, и у нас даже 2 остается. 2. Одна карта останется. Пойдет. Это значит, что мы получим плюс 100. Но светлую собаку мы однозначно... Она жжет. Дальше. Мы до сих пор можем использовать. А нужно ли? Давайте посчитаем. Здесь 1500 урона. 1500 он не убьет никого. Именно 1500. 2500. 2500. Что мы можем поставить? Это мы нанесем 1100 урона. Это урона. 2400. А нам нужно в первую очередь вот эту штуку убивать, конечно. Это будет вот 2400, 1100. Это нам хватит. Если учитывать, что по плюс 100, это будет 2500. Тут будет 1400 урона. Либо мы можем жахнуть. Вообще нечитаемая игра. О, я могу выбрать. Этого мы убиваем, значит бьем по этому. На кассу. А, 1000 маловато. Так, давайте вы Тентакруэль. О, хорошо. Дальше мы выбираем пес по злозмею. Дальше мы выбиваем некропса. О, кошка выжила. Тут без вариантов было. Ну вот. Теперь у него есть собака. Собака-убивака. Атака. Плюс 500 просто фаербол. Тентакруэль
Минус 1100, минус еще 1500, вернее, уже шмарно, колоссально. И сюда мы то ли получили 200. Какой-то маленький огонечек. Ладно, у меня есть еще Тентакруэли. Тентакруэлимся. Я могу, кстати, этого пса... А, или не могу. Я могу зато улучшить, усилить. Кого усилить? Могу выдать, в принципе, даже этой собаке урона, чтобы она прям фигарила. У нее будет 1700 плюс, это правильно? Правильно, будет 200 урона. Ход нам это не пригодится. 1400 это вот убивает. А не убивает, потому что минус 4. Увеличить хпшку можно. Разгоняемся, добираю, да? Разгоняю здоровье собаки. Или не разгоняю здоровье собаки. Разгоняю урон. Все, я увеличу. Вот урон точно увеличился. Следующее. У меня есть карты в колоде, к слову. 300 урона. За счет карт в колоде. Думаем. Плюс 300 урона. 400 плюс, серьезно? Ладно. Тут у нас 1700, 1700 плюс 300, 2000, минус 400, я убиваю собак, по идее, да? Давай, да, плюс 300, убил, хорош. Ну, здесь без разницы, кто кого бьет, давайте, некротипес добивает кошку, 1900 урона получилось, а Тентакруэль у нас добивает, пока неплохо, 5 миллион просто бафов. Перебав урона по всем моим, ты колоссаль. Конечно же, давай еще 1200 марс урона. 600-1200 почему-то сработало. Еще и 200 на всем. И у меня так 1000 марс урона. Правда, нанеслось, как это работает. Так, мы можем... нет, поэтому я не могу. Но у него нет юнитов. У меня большая колода в руке. Раз у меня большая колода в руке, то я все... Бам! Миллион урона. И я его убиваю. Наконец-таки. Первая победа. Кошмар. Ачивки в этой игре, к слову, есть даже. Но нам не дали пока. Хотя мы победили. Мы полчаса дрались с первым противником. С первым. Ужас. Чё джость? Coming soon. А, то есть мы левел даже не можем. Приходите позже. Понятно. Каких-то 300 монет получить. И дальше чё? И чё? Привет, рад тебя видеть снова. И абсолютно то же самое говорит. Чё-то я не понял. Ну, мы подрались и всё. У нас есть возможность, что ли, подраться просто с разными, и все. Против кого у нас сила есть? Манга. Действительно, есть какая-то манга. Бигбилдинг. 20 из 30 карт. Против кого у нас что есть? Это только потом будет. То есть мы пока действительно ничего не можем сделать. Коллекция. И чудища трехзвездочные. Трехзвездочных у меня никогда не было. Молниеносные тоже есть, вон, трехзвездочные. Черт. Трехзвездочный черт. Вот трехзвездочная химера. Трехголовая. Она, кстати, одна голова, две головы, три головы. Еще четырехзвездочная какая-то чудища. Стремная, к слову. Прям вообще стремная. Что-то похожее на Пегаса. Утка-Пегас. Носорог. Прекрасно. А это все создание света. К слову, есть даже создание света модернизированные на три звезды. Создание света на три звезды — это жестко. Создание тьмы. Я создание света видел, а вот создание тьмы... Ладно, неважно. Против кого мы сильные? Как понять? Элементалист. Нет, так оно не работает. Мы точно против огня одинаковые. Мы против кого-то должны быть сильней. Против... Не, если не огонь, то кто? Лед? Против льда должны быть сильные. Давайте вот против вот этого. Гоу. Только первый бой, что же нас ждет дальше, душнина пойдет. Ой, да что с тобой говорить? Давай подеремся. Сейчас посмотрим по элементу, ребят, если что, ливнем сразу. Безымянный герой против какого-то Зинбанга. У нас огонь лучше бьет по воде. Да. А вода по огню. Ой, не огонь, молния. Молния лучше всего бьет по земле. Противника ДКПЛ получается водно. Ладно, несу. Мы можем, кстати, разгон тогда сразу взять. Либо взять... Давайте. Либо правда. Пока что блес взять не могу. Так, я хочу просто сразу ему пробить. А я не могу. Первая была чисто... Ну и ладно. Я могу собаку света. Привет-привет, добро пожаловать. Какой у него элемент, я пока не понимаю. Все в лицо, конечно. Пока казалось бы... О, я ему так пробиваю, нифиг. То, что я ему пробил, это ничего не значит. Потому что в прошлой катке по мне против. И чё? И это... Это вода. Да. Мы против воды ослаблены, а вода... Бежим отсюда! Ребят, спасайся, кто может. Спасайся, кто слишком сложно. Ну, кстати, правда, он... Только ход начался у него. Первый же наделал тут. Я могу, конечно, улучшить, усилить. В надежде на то, что мы победим. Давайте лучше против слабых. Да, я хочу. Я убегаю. Дайте мне убежать, пожалуйста. Я сдаюсь. Я сдаюсь, я... Тут кроме этой деки и боев ничего не доступно, да.
Давайте против... Кого нам нужно? Не огонь, не молния. Это земля, по идее, должна быть. Давайте против земли. Вот девчушка земляная. Давайте ее вольнем. Мы уже победили в равном бою против огня. Веера. Можно сразу с благословляхи. Это выгодно. Давайте. Начинаем с благ... Она вызывает ежа. Она усиливает ежа. И еж бьет меня. Сильный еж. Был еж, а теперь... Я могу жахнуть и убить его полностью, что я, наверное, вызываю все равно. А... А на улучшение нужно 2, да? То есть я не до Тентакруэлю. Видимо, не до Тентакруэлю. Но у меня сейчас 100 урона. Все, у меня хватает урона. У меня остается 1, это не страшно. Фаза битв. Я наношу урон. У меня еще плюс... У меня вот так 900 урона у него. Еще плюс 200, по идее, по земле. Это получается, он должен убить. Работай, мать. Хорош. Действительно, это сработало, ребят. Против земли я силен. Какое-то аниме. Да-да-да. Но это по манге какой-то сделано. Птица на 1003. Так, тентакульчика даже не почувствовал. Создание света может, нужно взять. Увеличивает хп на 1000. Ну, у меня ни разу так не получится. 400? Маловато. И давайте все-таки чье? Я выбираю в этот раз. Ну, давайте сам не увеличу. Может, нельзя разгонять создание света? У меня 3 карты. Сколько здесь я нанесу урона? 400 плюс 300 плюс 500 урона нанесу. И здесь много урона нанесу. 100 прилетит. 900 и добиваем тогда... А, 1000 урона стало. 100 прибавилось. Ага, то есть сразу посчиталось это. Понял, да, понял. Можем и собакой тогда добить. Оно прибавляется за... Ах, вот как работает благословение. Может, не увеличивает, а восстанавливает? Может быть, не увеличивает, а восстанавливает. Возможно. Эволюция. Цыпленка. Курицу. Тентакула убили. Убили тентакульчика маленького. Ладно. Время тентакула окончилось. Шло время Тентакруэля. Нифига себе. Инкрис. Написано инкрис. Не реген, а инкрис. Поэтому вот такое стоит 2. Все остальное нам уже не хватит. Поэтому мы переходим в фазу. Фаза битвы. Противника 3300 здоровья. Мы получим сейчас плюс 500 урона, еще плюс 200, либо, это значит больше 2000 здесь урона. Можно жахнуть так, плюс собакой, и этого уже хватит. А потом в лицо пойдет вот эта собака. Либо плюс 500, плюс 400, это 100, плюс 100, 1600. Потом плюс вот этой собакой ударить, у нее будет уже на следующий ход 1500, а вот это ударит в лицо большим количеством. 1000, сейчас будет 1000. Ну, 1700 как раз у меня и хватает. Все правильно рассчитано, потому что плюс 200 это от молнии. Я все рассчитал. Мы как раз и убиваем, видите? Теперь вот эта штука у нас влетает. Неправда. Но 2400. Осталось 1500 у нее. Она умирает уже. Вот это бой так бой, смотри. Ой, маленький трицератопс. И благословение ежа. Увеличивает максимальный хп. Что там мне там? Так, что мы хотим? Мы хотим и выдать Тентакруэлю миллион урона. Здесь я на сколько жахну? Могу потратить и так. Все, давайте, потрачим. Там 1000 урона было. Не будем вдаваться в подробности, как это работает. Все, фаза битвы. Я бью. И я убиваю ее. За 7 минут теперь. Не за полчаса. Все. Вот максимум такие должны были быть битвы первыми. Но сейчас в игре ничего не предусмотрено. Мы ничего за это не получим. Мы получили какие-то денег, которые нам ни на что не влияют. Все. Все, ребят. На этом все. Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходит сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью. Ведь семья – это главное.